Наверное, в наше время никого ничем не удивишь. Полимеры заменили металл? Вполне реально. И отходы фанеры заменят металл? Трудно поверить. Но маловеров убедили ученые. Обычную стружку они пропитали специальной смолой. Получили древесную пресс-крошку. Оборудование несложное, обычные прессы. Экономия была ощутимой с самого начала. Одна тонна отходов фанеры, которую раньше просто сжигали, заменила 3 тонны металла. Проверили на износ, прочнее металлических. Уже сейчас завод синтетических стройматериалов в Кирове выпускает 100 видов различных деталей из дерева.